Всем привет! Совсем недавно стало известно, что у Ильи Авербуха давний роман с актрисой Лизой Арзамасовой. Разница в возрасте, которая составляет более 20 лет, влюбленных не смущает. Зато напряжена бывшая жена фигуриста Ирина Лобачева. Шокирующие факты вскрылись, когда в сети появились фото, на которых Илья Авербух недвусмысленно держит руку на колене Лизы Арзамасовой. Вскоре расплывчатый комментарий дала актриса, прославившаяся благодаря комедийному сериалу «Папины дочки». Она заявила, что очень счастлива, и попросила всех успокоиться. Позже Илья Авербух подтвердил, что встречается с артисткой, но подробно об отношениях говорить отказался. Зато не стала молчать его бывшая жена, фигуристка Ирина Лобачева. Она давно не выступает и занимается тренерской работой. Правда, в последнее время об Ирине вспоминают только из-за скандалов. Ходят слухи, будто у спортсменки проблемы с алкоголем. Ирина Лобачева не понаслышке знает, кто такая Лиза Арзамасова. Они вместе работали в ледовом шоу. Фигуристка назвала актрису милой, однако отметила, что попросила сына быть с ней поосторожнее. «Я вчера звонила Илье, но он почему-то не взял трубку. Тогда я передала Илье свое мнение через нашего сына. Мартин, пожалуйста, скажи отцу, чтобы он нашу недвижимость оставил в покое. Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останется только моя квартира, моя дача и моя машина. Сын у меня умный. Я думаю, он правильно все до отца донесет, они сами разберутся», — заявила Лобачева. Фигуристка считает, что Арзамасова не так проста, как кажется. Она указала на то, что Илье Авербуху 46 лет, а девушке только 25. Вот о какой любви может идти речь. «Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее», — выразила свое мнение Ирина. Фигуристка предположила, что Лиза — это девочка себе на уме, которая подчас ведет себя очень наигранно. А еще она полагает, что Арзамасову направляет мать, с которой та очень близка. Что касается свадьбы Авербуха и Арзамасовой, то Лобачева не против. Ее беспокоит только целостность имущества. «Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к своей недвижимости и все оставил нашему сыну», — отметила Ирина. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!